Красноярске еще не завершился отопительный сезон, а теплоэнергетики уже составили график отключения на конец весны и лета. С 20 по 29 мая первыми без горячей воды останутся Ленинский и Кировский районы, а также часть Советского рядом с Октябрьским мостом. С 24 июня по 3 июля воды не будет в Советском и части Центрального района. С 15 по 24 июля без кипятка в кранах придется посидеть Свердловскому, Центральному, Железнодорожному и Октябрьскому районам. Даты пока предварительные и могут меняться. Такие отключения нужны для гидравлических испытаний, чтобы следующей зимой было меньше порывов.